разные частицы, они по-разному отклоняются в этом поле, ну, как-то реагируют на это поле, скажем так. Вот. Грубо говоря, они после столкновения хотят вот понять, какие еще частицы есть. Там типа фотоаппарат, ну, он не просто, конечно, камера какая-то, Canon, там зеркалка стоит, другого рода фотоаппарат, и они типа вот фотографируют момент столкновения. Так, я что покупаю? Куру, наверное. Кура есть? Нет, куру. Кура, вот, да, я саппорт, правильно? Тусик а на саппорте. А есть бобры? На-на-на-на. Так, на самом деле, в принципе, теоретически есть вероятность фотографировать даже на телефон, например, такое событие. Просто... Ну, да, стоять в момент взрыва возле этого и пытаться успеть нажать в нужный момент. Да. Я тебе рассказывал, как этот мужик-то там один, ускоритель, короче, частиц, понял? Так. Вот, и там в корпусе дыра была, понял? Ускоритель, ну тоже, бля, уже какая-то абсурдная хуйня. И он, короче, смотрел, он отодвинул, понял, посмотрел туда. Ага. А там вот закрывал, в эту дыру, короче, она, ну просто кастрюлей, что ли, какой-то закрывали, ну просто какую-то хуйню сковородой. Вот, и ну ему там пол черепа, короче, прожгло просто. Вот. Так что, если ты будешь пытаться фотографировать... Ой, блядь, что за грязь у них? Баребух и лично харде. А я с кем стою? С Бабатоном. Да не, мы их разъебченко делаем. Ну, давай. Вот, ну короче, ничем хорошим это все равно не закончится. Ну, понятное дело. Так, а подожди, это в момент этого... рабочего состояния этой трубы или просто... Ускорителя? Ну. Да, ну там поток, там альфа, бета, гамма, там что вперло из ускорителя. Uh-huh. Ему просто... Ну он, по-моему, не умер, но он всю жизнь там головные боли, там, знаешь. Как у Лича сейчас примерно. О, смотри, куда он пошел. Баребушек теперь смотри. Да, ну чё он доебался? Ты тоже, кстати, тап, ну фарми на стейке, будет хорошо. А я понимаю, да. Но у меня пока этот... Давай, я тебе поставляю. Я просто на саппортах часто сам знаю, что такое, когда надо на стики нафармить, а никто не дает. Может, я пульчик сделаю? Можешь и так сыграть. О, смотри. Возможно, что он ошибается? Вполне вероятно. Смотри. Не ошибается. Короче, мне что-то этот рыбушек не нравится. Ой-ой-ой-ой-ой, досадная ошибка, ребят. Досадная, да. Но у меня Old Hero Challenge не на погне просто, Андрюх. Так, ну я чувствую, я скоро их начну разъебывать. Там крипчик убежал лишний, да. Слушай, извини. Ничего. Лич, ты заебал. Что думаешь, я так не могу подхорашивать? Кабанчика можно тоже подхорашивать. Блять, тварь. Так, я чё... А чё мне варды в этом пуле? Непонятно. Про ускорители, да, что-то разговариваем? Угу. Ускоряемся. А вам слышно у меня ремонт тут у соседей? Или нет? Не. Хорошо. Тихий ремонт, казалось бы. Ну, не сказал бы. Так, Андрей, пульчики кончились, кстати. Мы понял. Сломали. Пик-пик. Так, ну вражи неплохо уже на самом деле. Сейчас можно еще немножечко это покидать них говна и совсем будет здорово. Ой, смотри, он застрял. Нет, не застрял. Не, не совсем. Это без маны. Ой, Андрей. Нормально. Так, ну я сейчас слабый, я домой, наверное, пойду. Ну давай. Потому что это мразь придёт. А у меня хочешь штангу тебе дам? Не, лучше себе сам пригень, себе по 100 экспу повпитывай.
что напитываем. Так, посмотрим на Дулата. Ага. Ну он, да, простым занятием занят. Я пойду на рынку, может, скажу. Дело твое. Лёх, я на рынку пошел. И Энигма пришла на рынку. Бери, 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 Энигма. А я тоже, пожалуй, заберу, да, рынку? Приятного аппетита, Энигма. Я уже доел. Спасибо. Аппетита загадка. За 4 минуты? А есть тапнуть, ребят, тут? Нет, сори. Поесть за 60 секунд. Да как, ректальный или ты как? Традиционно. Традиционно, да. Ну блин. А помнишь идею, как я? Да-да-да. Обматываем нитками где-то. Андрей, мы можем что сделать? Закатиться можем, да? Не хотим пока. Я хочу, чтобы он побольше зарядов не сделал. Хотя вот смотри, тут это... Я оп, так оп. И Ниджма здесь. Марик, там казалось бы, убивают. Ну давай, блядь, хуй с ним. А я без тебя поехал. Походу, да. Не хочу взорваться. А, или я могу взорваться, и он тоже, да? Я рюзайте дальше, Куруту. Что ты считаешь? Он первый должен умереть, да? Ну вот сейчас он единственный, кто должен умереть. Я, наверное, на баску не буду. Давай. Так, мне надо подкачаться немного. Дулат, убери своих подчиненных. Андрей, ты с бумажки пришел? Угу. На линию. На всякий случай. Потому что медведь, он... Это... Ну, он не медведь, он кабан, но тоже страшно, как в анекдотик там. Если я к тебе приду, мы его сможем убить, как думаешь? Хотя у меня нет... Да я лучше вар поставить, чтобы меня Леон не заебывал. Сюда вар поставить. Ага. У меня тогда не будет сапога, Лёха, вообще никогда. А Энигма сможет вар поставить? Я уже купил. Ну ты поставишь? Я поставлю. Блять, как же легко фармить Абадоном? Абадоном? Вот манка закончилась. Еще же. Ребушка шестиков тоже. Вот, у меня проблемы снова. А чем пшикает на меня? Отлично. Он продолжает пшикать. Unstoppable. Ну вот я и шестой, как говорится. Поехали там. А он чего? У меня не куда он все. Вон. Так, и Soul Ring, и ТП. А что, вот сейчас его закрыть можно? Мы его тут, наверное, сейчас это. Да, попробуем. Ого! Приехали! Всякое бывает, сам понимаешь. Твою, блядь. Не, ну я-то. Нормально вроде бы. А я тоже неплохо. Ну все. Так, я, короче, хочу теперь куда-то в опасное место идти. Давай. Опасные места? Бабочка, давай ты, короче, вниз качаться, а я. Давай, давай, я не откажу. Сейчас все, я. Все, я пошел в опасный край. Я застрял! Я застрял! Да, застрял. Мизио довольно опасно. Блять, я просто очень долго пытаюсь. Что вы говорите, Алексей? Мидио довольно опасно, говорю. Не, ну вроде это нормально. Если ты хочешь в опасные места. Не, на топе достаточно опасно.
Бля, ебать, у меня колец всяких разных. Дохуя. И все нужны. Пошли топ ломать. Это как это? Пойдем. Кольчатый червь, Андрей. Как это? С червем обидно, конечно, но в целом идея, да. А если я тебя назову ворм? Ворм нормально звучит. Ворм. Ворм of the Rings. Ты, Лёх, вот это, лучше башенку взрывай, а не крипов тут. Так, а мы и крипов, и башенку. У тебя же мана ограничена в любом случае. Не. Точно. Ну да. Смотри, а чё это там? Там, правда, снайпер идет, давай отойдем чуть-чуть. Ну, давай. Дай мне щит заранее. Катимся. Хотим тут что-то. Катимся. О, слышите, они катятся, Лёх. Бачки, говорите. Мы его откатились. Бля, у меня магия прорезалась. Пошли тавр бить. Давай. Варявышек тут. Тут все. Я не знаю, что с ними делать, с варявышками. Лич отъехал. Лич ушел. Она ушла. И счастье. Здесь с ней. Ой, парни, если выиграем эту игру, то у меня будет стрик, знаете сколько, ребят, знаете, 7 будет стрик. Короче, у меня в амулете 6 камушков, которые на аркану. Что за камушки, что за амулет? Амулет предикта. На какую аркану ты про чё? Ну, разве эти амулеты синие не увеличивают шанс выпадения арканы с амулета? Ну, вроде бы не слышал. А можно поподробнее, что за амулет, что за предикты? Ну, короче, из 10 команок собираешь амулет. Если ты 3 раза правильно предикт сделаешь, то тебе дают сет какой-то. Если 2 раза неправильно сделаешь, тебе дают пыль. 2 синих. 2 синие пыли, короче. Из них тоже можно амулет собрать. Конечно, это у меня в амулете сейчас еще спит. У меня в амулете 6 пыли этой синей. Нормально, ты бля, я хочу попробовать эту херню всю. Я вообще негативно отношусь к этому всему дерьму валевскому, но я хочу попробовать. Лицемер ли я, решать уже вам. А судьи кто? А судьи народ. Нет, ты знаешь, это устоявшееся выражение, судьи кто? Из какого-то произведения забыл. Я в школе по литературе трек был. Нет, уже. Т2 пойдем? Да. Может быть чуть хуже даже тап, чем тройка. Я на хосте, так что. Сбить тебе ее, а не могу. А она. Целочисленная у тебя или нет? Ну, да. Бредушек. Я устал уже, говорю. А нет лукола, что случайно? Понял. Нет, снайпер отдавали. Лёх, давай не будем останавливаться. У меня маны на мяг не хватит. Так а ты щит себе кидаешь, а у меня 700 хп. Как не останавливаться-то? Ну, время пройдет. Смотри, чё он бежит. А шо он, блядь, такое? Не, ладно, полная хуйня, я согласен с тобой. Бля, надо как-то пушить, ребят. Да. Я знаю как, надо идти по линии, только кидай мне тогда щит. Пойдем, я зарегенюсь сначала на базе. Давай, я смотри такой. Бам! А потом можем и по линии пойти. Тебе тоже держи, пес. Лёх. А, я далеко уже очень, Андрей. А тусик! Андрей, я забыл какие кнопки. Я на КВЕ первый раз играю, прости. Так. И стики нажать. Не нажал. Андрей, я нажал на другую кнопку совсем, не на Q. Понял. И не, даже не на В. И снизу на что-то тоже трахует. Ребят. Ну, я тавр забрал и. Он меня потом победил. Надо, короче, такой. Лёх, ну нам надо пушировать, у нас других опций нету. Так пошли? Давай, у нас Энигма еще смек есть. Парень, надо собраться. Это ёбаные 5 очков, конечно, но... А, или это не 5 очков, сколько у них было? Там 250 ПТС, по-моему, разница. Понял. Это не 5 очков, это стрик 7. Это стрик 7, в том-то и дело. Я и хотел примерно так. Пойдем мид лучше, пойдем мид. На топе тавр не покоцали, а мид ближе. Я уже на топе. Ладно, если Магомед... Ну, не буду продолжать, там так все понятно. На пугни играют. Да. Да ладно, вообще, только деле... играй хорошо, пожалуйста. Я знаю, что ты не любишь этого героя. Нам вард еще нужен. Обсервер, который. У меня есть. Я вот что могу купить?
Ну и стойте возле меня. Там, в другую сторону, в другую, вверх, вверх. И разъёбченко, и разъёбченко. Я по всем прокатился. Понял. Меку. Да ХГ их заманите как-то сюда под вард. Есть что-то у вас? Чего? Эй, больно. Блять, я сдохну за вас просто. Блять, ну ребят, пожалуйста, давайте. Я говорю, ну пойдем по линии, подойдите ко мне, прошу вас. Вы не идете. Вы тут хуйня. Решили подраться, зачем? Зачем? Ктап подставился. Я шел к вам на линию. А уже было поздно, я был в фиксе. Это маршрут я нарисовал, ребят. Нормально. Давайте еще раз попробуем. Тут просто довольно темновато, чтобы ну, так ходить. В принципе, можете пробовать, я им сейчас Т2 снесу, если будете пробовать. Ну, у нас опять же опций мало других, нам надо пробовать. А, Леон в боте. У него глазики есть на меня. Пошли. Топ. Идем. Только у Барика нет. У Бристлбека вот нету всяких кримсонов, блять. С Engine Yash лучше пойти и пробовать. Согласен. Ой. Так я ТП-шку возьму или нет, я пояс все возьму. Слышал, пояс нормальная тема. Не, пояс тебе продать надо, тебе нужен ноганим быстрый. Я вообще книжку хочу. А, это тут двое, понял. Зря. Да, я сейчас крипчиком тебе лучше сделать аганим, потому что у них там только Леон можете сбить. Да, а двое были может. В боте с ТП, вроде как. Приходи. Дай мне щит заранее, пожалуйста. За замес я не буду часто сбивать в любом случае. Снайпер с ДД. ТП у него есть. Осторожно. Да, будьте бдительны, ребят. Бдительны. Я хочу пойти в арт поставить, но боюсь один. Все, вот так вот поставлю. 15 секвард у меня. Вот сейчас надо в ебал не получить, все будет здорово. Вот сюда нормально вар ставить. Mm-hmm. Да, да, ясно. Я что-то забыл про снайпера шрапнель, думал, и тут будет нормалек. Они хотят. Они заходят вот здесь, барявочка. Угу. Давайте отойдем. Без варда полная хуйня. Лол, я спрятал вард декрип, он все равно умер. Нормально? Снизу буллфлетчер подходит. Давайте здесь оставаться, сейчас лайн пропушим, подойдем к тавру. Вообще десятый очень важно мне получить еще. И шутку. Мне тоже очень важно получить десятый. А, Леон улетает, Леон улетает. Ну и пошел он нахуй. Согласен. Ну, добьем сейчас. Арканы выложишь? Да. Бля, я не могу под по Ice Armor'у. Короче, да. Да. Ice Armor тоже turn rate, походу, или... Просто выложишь шматки? Лё. Давай, давай. Вон давай. Там снизу нападают, go mid забирать. Сейчас снизу подсейвить, да. А руну можешь тут у меня собрать? Нет, я тут остаюсь. Угу. Парни, ну мы в общем-то в полном дерьме, если вкратце. Да. Но когда нас это останавливало, Андрей? Потому что мы в полном дерьме. Блять, как... Я пойду лет сформить. Как на бадоне нахуй выигрывать это дерьмо, я не знаю. Надо что-то придумать. Нормально так. Собирай корять там Синджаша, Бомбашер. Да не, там на бадоне не работает все. Работает, я проиграл такому бадону сегодня. На лени с 6 флотов, 30 минуты. Кого катиться надо? Кого-то катиться хочу. Я ставлю палку тут, если будут давить, они дальше. Ну они а есть уже палку? Должны были их забирать. ВХО есть, но я без заигра. Сложно, да? Ну. Немного чего дали, нам надо идти. Чё, я очень быстрый. Джаггера? Выкладываешь фотки. Лича убей. Ну там, давай, 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 давай. А мне меку дай. Да. Мудила с аганимом, но можно все равно его пиздить. Дважды. Я... А, не, Леон байбек, не, уйди, 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 уйди. Бля, ну позиция полное дерьмо, откровенно говоря. С нами бы пошел, не сдох бы. Бля, да почему вард ломается-то? Ты видел эту хуйню опять? Вард в декрипе умирает. Неправильно это все.
второй раз. Неправильно это все. Ну его вард застрял, что ли, еще он делает? Бам. У меня сейчас форсик будет. Будет норм. Не то чтобы норм, но повыше будет. У них нету ревела на тебя. Ага, я видал. Я хочу даггер дофармить. Топа там по это поживее пуш. Мы сейчас на медиа будем давайте. Джаггернаут, что он ТП-шка берет. Короче, можешь развлекаться с ним, гобл вставать в меди. Он ТП делает, вам. Все, давайте отойдем, чуть на шлез зафармим, потом к топу подойдет подальше. Боня, Флетчер. Надо просто их лес тоже фармить в идеале. Я подкушиваю немножко, там у них лес. Джаггер внизу. Нормальная тема. Гой ябать его. Так, я чекаю, короче, их лес. Я на меде буду фермить. Слушайте, а Бадон через даггером, он может от всего уйти вроде, нет? Он же типа дэмэджа не получает ни от чего. Не он. А, хотя да, он попробуй. По идее, да. По идее, может уйти с даггером от всего. На меди они хотят. Я топчик толкнул нормально тут, в принципе. Они сейчас должны ко мне сюда стянуться. Да не, они вниз стянутся. Так сами придет. Леон идет. Трое внизу. Кернаут идет. Ревил у них есть. Давайте внизу сломаем тавр. Мне нужен хотя бы тот один. Я лучше иду сейчас. А лучше два. Да, ну, здесь очень много. А лучше три. Лёх, там не толпа. Да, у них тавр упал. У нас Абадон упал. Ну это хороший размен. Абадон на тавр? Да. Иду скоро. Ктапа жалко. А Абадон, блядь, ничего страшного. Абадона больше, Абадона меньше. Снайпер мне не дал улететь. Там Shadow Blade видели? Джаггера. И Ласта. И Кримсон у этой свинюшки. Мид еще может подефить? Не уверен. Вон у нас рычит появился на бойнике. Надо идти сейчас попробовать. Надо продолжать веселье. Я с Аганимом, Нигма с Даггером вроде, да? Да. А Рошана мы записывали? 16. Не, ну он еще не должен быть. Вон там кабанчик фармит. Фермит, точнее. Гоева. Нам мид пропушить, варды поставить, и будет все здорово. Я могу подойти на кабанчика, ты хочешь крутить его прям что-то? Ага. По-моему, не стоит. Сюда побежим. Нам блокхол нужен, чтобы драку выиграть было, кажется. Какую-то важную. Я на базу слетаю за Аганимом. Если мы баребешку убьем, то тавр забираем. Уебываем. Так мы ничего не делаем, ни плохого, ни тавр. Сверху джаггер, если... Блин, будет без крипа. Он ТП сейчас будет делать. Ты с крипом уебать его можешь? Да, а, я нет, подожди, да, там. У него этот, я соберу, могу за... У него Shadow Blade. Да, да, но если там бэкхол, ты его убьешь. Я на меди остался. Он ТП сделал.
я не сотпуш, зафармлю. А в пятером не хотим сейчас пойти? Я в лесу хочу. Ну, думаете? Я думаю, говнецом попахивает. Нам надо я хотя бы тавр сломать и видеть кушать. Я верю, что Дулат крутанет их. Я верю, что нам надо сломать этот ебаный тавр и потом это, иметь вижу. Джаггер снизу. Ульт отдал Джаггер. Очень хорошо. Я бластану сейчас. По идее мы даже безнаказанные ушли, Андрюх. Да мы еще можем дальше идти, там Джаггер без льты. Фермить их лес тоже хорошая идея очень. Я лича сейчас в их лесу зафермил только. Я тоже вниз даю. Он Shadow Blade, наверное, проебал, да? Я тебя зафоршу, да, Дулат. Да, да. Можешь блэкхол ему дать? Меня может зафоршу? А, или давай его. Давай тебе форшу. А вы по боту идете сейчас? Да. Ну, да, да, наверное. Да, да. У меня вот такая есть. Bristol Back, как Crimson Sench имеет. Леон здесь. Они типа двое в топе. Ну и пошли они. Сейчас много крипов, мека. Угу, он в центре. Шрапнель, правда, летел. Очень. Может помешать. Они здесь, трое их. Ульт в Леон меня всадил. Тавр ваш должен быть. Там очень много в меня дали. Снайпер подходит. Соси Лёх. Леона, есть что поссать? Вот он застрял. Смотрите, он остался. Снайпер застрял. Снайперу плохо. Надо с Леона поссать. Леона, соси с Леона. И чуть раньше. Там снайпер бит пил. А сейчас соси, соси, Лёха. Он будет крутиться. Не, он будет. Нету, соси, соси. Извинись. Есть. Снайпера сосу. Вот это надо высосать тоже. Блять, все в подрыве стали. С кабачком можно высосать. Вот блин, застрял. Они все мёртвые. Застряли там все. Лёх, ты мощнее надо высасывать. Я пытался, ребят. Какого снайпера? Го. Как мог, высасывал. Теперь бы мне уйти, походу нет. Через плеча, альси, ну, крипа надо есть. Можешь... Типа, да, типа на самом деле крипа бы жрать какого-то, когда врываешься. Лёх, зря ты сосёшь жирных, соси слабых сначала, там Леон, блядь, весь место выиграл. Крипов, крипов не было вообще, и крипы мёртвые. В смысле, вот эти вот крипы, которые за тобой бежали. А, вот эти? Да у них там хп 300. Ну и что, это много? Ну 500. Надо сейчас Рошан найти. Лучше вард Джаггернаута разбейте кто-то. У меня вот такой есть. Что я что, сосу, что не сосу? Да ты, Грю, ты высоси Леона, убей его просто за, блядь, 5 секунд. Он сейчас реально им замес весь сделал с этим рэвиджем. И Рошан сейчас уже будет, наверное, но бить нам его долго, хотя с этими, с скрипчиками нормально, в принципе. Энигма. Напомню, ребят, я такой серьезный, потому что стрик 7. Стрик 7. Пока что 6. Пока что 6, но на кону стрик 7, все или ничего. На Рошане, походу, пидрило. Я в Леона сейчас прыгну. Я подхожу, типа, выходи, сико. А у нас есть центрюшка какая-то? Да, да. Одна. Джаггер палку потратил. Ноги сломали. Надо Рошана почекать. И крипов сделать. Энигме. Рошан есть. Короче, нужны крипы Энигме и этот слэшер с крипом, чтобы убить Рошана быстро. 20 секунд до скушать крипа. Копнул крипа, который должен был разуплиться. Если этот успеет ударить, он разуплится. Так ты, блядь, ты же... Ты мог нажать уже, Дулат, блядь. Что нажать? Меку? У тебя КД отошел на это, на эдолончиков. Но они вроде пока не собираются к нам идти, поэтому нам... Бля, тут крипца нет. Мы быстро не можем. Да, идут, нет. Я пойду смог ревелить. А. Так они не идут даже.
А там еще у них... Ну, а, нет, нет, так, смотри. Ты живешь, Андрей? Да. Я в рошпит, наверное, буду ставить палку, чтобы типа они ее не разбили. Хотя они что-то хотят, по-моему, да? Я заблокировал. Джаггер застрял. Я заблокировал. Где все крипы? Пососи Джаггера. Без крутилки он. Во-во, блядь, как же ты сосешь, Лех? А чё они? ДД будет кто? ДД Бонику надо. Бонику он с крипом в Рошана. Всё, я бегу. Крипом. Поехали. Я стою здесь, ебалом торгую. На нахуй мне, ебальник. Да бей, 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 бей. Я не с вами еще. Кто забирает? Сначала добей. Забирай. У меня сало на ней все. Там сало? Да, было? Я могу догера делать из всей хуйни вообще. Я подхожу. Бей, бей, я ухожу. Он даггер откуда. На Боник будет что-то на муточка этого? Ну, мы с бейслом разбираемся. Еще будет у тебя что-то за ним? Ну, 7 секунд. Побежали. Что за дэмэдж, блядь? Алло. Отлично, ребят, отлично. Рошана, мы добили или они? Да, да, у меня Эгис. Ништяк. Я в шар не мог почему-то закатиться. Там не хорчит или что это было? Я просто бомж. Не, у них вроде нет таких артефактов. Снайпер в топчике. Я, короче, их не лез, че еще. Але он без даггера, никто не заметил. Без, вроде. Без был. Че, надо бы оставать уже потихоньку. Лучше вниз. Внизу тавр 100 хп. Дашь мне? Да. Бля, сори. Ждал, ждал. Под конец. Хотел давать. Я понял тебя. За герман. Вот настоящий бежит, если кто-то подойдет с ревилом, мы его ебнем. Есть у кого-то что-то? Мом еще подрубил. Нет ревила. Но у него еще мента есть. Он нажал ее на КД. У тебя есть? Я ничего не знаю. Это не то. Короче, надо просто свободно пушить, чтобы он давал пугне вторую форстав, когда ее начинает пиздить. Да. Твоя задача сосать, Лёх. Вот, подойдёшь? Там враги уже, там подходы. Я тут. У него манта, скорее всего, есть. Лучше Леона кого-то уебать. Я Леона лучше убью. Мне нету бордов этих синих медов. Тут барябушка идёт. Ещё там этот бежит, смотри. Все четыре там. Пора топить отсюда, Андрей, прости. Я не умру. Не умрёшь? Не умею, не могу умереть на герое сейчас с даггером. Дашь арканы, Алекс? У тебя батл могу вынуть. Спасибо, Алекс. Я еще буду какой-то хекс, наверное, делать. Чтобы ты сосал, Лех, в фиксе. У Джеггера ульта пока нет. Они мид, да? Там маны мало вообще. Они в свой лес бегут. Бристлбэк здесь. Там все в своем лесу. Так, я пойду мид. Пропушу. Пачку. Скоро беру. Снизу на тавр 2 бласта, он сдохнет. Мне нужен щит заранее. Они на базе все. Они все на базе стоят.
отойти. Сверху пускай подпушивает. Бля, я застрял. Я вылезу. Ну, Кримсон нажал. Кримсон нажали. Бегут. Что-то нажал. У меня вот есть. Так, блэкпола нет? Ну, там лечь с чайниками, если что. Сразу отдавать. Понял. Снайпер меня. Если что, разворачивайся, я буду помогать тебе. Хорошо, хорошо, хорошо. Там вард этого. Его надо ломать, этот вард, потому что меня нет. Все вылечивает. Гон байбэк. Топ ломается у них. Бристлбэк ко мне летит. Лич ко мне летит. У вас трое остались. У меня стун будет с него. Снайпер лучше стун. Хоть так. А Эгги скончил. Так, ну два таура мы сломали. А курица ли несет кто-то или нет, несет. Гем забрала курица. Эндрю, прыгай, ломай вард. Ты походу один можешь это сделать в ульте или в чем-то. Походу, да. Потому что он вылечивает все, что я отсасывал. Это плохо. Да? Курочку возьму. Короче, можно сейчас также пытаться сплитить, потому что сверху товара упадут. Мы будем драться нормально. Нам сейчас бумфетчер не особо замесов нужен, мы и так можем и бошиться. Так что пойдем, мид пропушим и низ тоже пухнем. Под базой, когда будем стоять, надо, чтобы был бэк положен. Не будет. 8 секунд бэкхол. Ну, я имею в виду, что типа, не идти без бэкхола. У меня книжка еще третья появилась. Джаггернаут бежит в атаре. Он не прав, то, что он так делает. Не знаю, мне кажется, можно все равно стоять, бастовать. У них уже нету врывов, ни галгеров, ничего. Смотрите, смотрите. У меня центре нет. Бегу вниз. Надо Боннику топ пушить. Я уже около бараков. Кстати, Андрюх включает вручную, а то они могут я, как-то. Я не мог сейчас вручную включить. Он сюда утонет. Есть декрип на себе? Некуда. Он застрял вот здесь. Давай. Он крутится. Шарик нас не хочет взять? Блять, ну вот у вас трое, у вас трое. Че, это двое у вас, двое. Ёб твою, блядь. Тему, в тему музыка. Что происходит? Это телефон у Кутапа. Блять, look at my horse, не знаешь какую песню? Нет, я знаю такую песню. Что происходит? Короче, парни, когда включается Борови тайм, то афотик щилд спадает. Я из-за этого сдох только что. Но снайпер убил. Он спадает, взрывается или просто нет, спадает? Нет, просто спадает. Sweet lemonade. Look at my horse. Сизер, реген. Реген, хочешь? Да, возьму. Что, у них по бараку по снизу. Спейси Джаир затарил. Лич кстати, хочет, блядь, охуительно в тему песни, потому что, блядь, на Абадоне бегу под фонтан, блядь, look at my horse. А у них гем есть, да? Да. Ну и вроде не Настя его с собой. Что за? Ага. Там сентри. И у Лича сентри, и у Леона сентри. Леон на два удара, Джаггер сверху. В топе фаром. Я на топе буду забирать, мне до хикса немного осталось. Надо дефать. Я лечу, я с бэкховом. Я умер внизу, но я барак убил. Веду не кричай на топ барак, можно добить, да? Так тебя все несутся, уже надо бежать.
look at my horse. This is amazing. Give it a beat. Хорошо, я мог появиться. Блин, назад еще. Мне вот так до фикса. Только не убивай крипов сверху. Хорошо, не есть. Снизу джиггернаут. В топе бабки можешь забрать. Угу. Я заберу в топе бабки. Они барак стоят, охраняют. Надо мид, значит, да и сейчас. Джиггернаут в атаре снизу. Короче, у меня сейчас есть хекс, за хекс можно джаггер сбрить. Под сосаловым и под... Midnight Pulse. Да. Иллюзия. Или нет? Нет, настоящий. Натуре. А там смотри, еще личи и этот. Да, Леон, да. Подъезжают. В машине. Че-то ТП-шки смотри. Можете подраться внизу с ними? Я мид сломаю. ТП-шки смотри. Можно Леона убить? Бегу за ним. О, джейграунд, смотри. Давай. О, нормально, нормально. Вон еще Леона можно. Лех, будет что в него? Не, показалось, ребят. Снайпер в миде. БКБ отдал. 8 секунд БКБ у него осталось. Че, я топ фар. Гем у Леона. У него гос. Появился, ёбаный. Давр пробил я наполовинку. Еще разочек, так же можно. Оп, вот такой вот у меня герой. Че, работает эта фигня, да? Вообще во всем, блять, работает всегда. Круто. Это полный пиздец, если этот Абадон в кэрри, он может, блядь, блюкаться в любой ситуации непонятной. Абадон суппорт не может блинкаться в любой непонятной ситуации. Не, Абадон суппорт, типа нахуй ему блинкаться. Рошана живой. Рошана надо забрать, одному бомфлетчеру. Может, плюс один. Ну, ты со временем, но тоже насилить его. Ну, типа, нам не вариант идти куда-то, нам нужно сплитить, чтобы они... Они типа, могли... смотри, вон они что мутят вообще, эти псы. Чтобы они сами не могли к ним подойти, нам надо сплитить. Мне кажется, его легко должен забирать большим крипом. Да, должен. Если что, я могу на травах прилететь, мне какую-нибудь дать. Да нет, тут дело не в мете, я боюсь то, что они могут прийти сюда. Сейчас через 10 секунд крип появится, типа это... Ебану Рошана. У меня мид опять стянул, Блат он на топ. Пистолбека стянул. Давай соберем, да, мне кажется, что... Нормально. Так, я на меде буду показываться. Так, я еги заберу. Сыр возьму. Ой, я сыр возьму. Чего мид доставать? Кликс, можешь сапи барак забрать. Да. Я сначала низ подожму. Мне крипчик нужен опять. Тут выйдет через 5 секунд. Да, я понимаю. А, в топе двое. Ты оставайся в топе где-то, ну, дави топ. Я сейчас вниз стяну героя, пацаны в меди будут. Давай, давай. Типа у тебя там будет какое-то время, когда мы будем драться, что ты мог барак забрать. Если блокол будет хорош, то вообще ты да изи. Если что, по идее, подафотик щелдом. Да, подафотик щелдом, короче, от всякого дерьма не сбивается даггер. Так что надо на Энигме иметь его, на всякий случай. Ну тут Бристлбэк, у него есть здесь в центре. Он один там вроде, сейчас только Леон идет. Я внизу уже, надо мид. Давай, давай, я байк, у меня есть еще, они пока меня... Эти мид, можете мид бить? Смотри, что делаю.
Джаггер улетел от меня. Лифт нажали. Нормально. А я иди с минус. Газ бэбэк. Снайпер вниз за мной побежал. Бля, успел он меня это. Есть снайпер еще? Бэй нажал. Ой-ой-ой, спрятал как хорошо. Ну мы бараки не бьем. Очень плохо. Ебошимся. Там бы кому-то бараки бить. Бью барака. Нет, не бью барак. Ну в миде вроде как падает тавр, нет? Нет. Ладно, на меня что-то нападают. Нет. Бля, я прям снайпер догернулся. Я сейчас БКБ просто сделаю, чтобы вот такой вот ебал не было, блядь. Тебе, наверное, себя надо попрятать. Так, мне много денег, надо тоже что-то делать. Че, три голых барака. Угу. Тайминга на глифа нет, бля. Дядя Золь нужен, кэт, чтобы сильно бить базу. Во, это нормальная тема. Дядя Золь, это понятно, что мне нужен. Дизоль мне можно взять, на самом деле, яд могу тоже разъебывать. Суть в том, что вешаются ебучие алебарды, кидаются хиксы в меня. Мне нужен БКБ. Чтобы просто стоять на морозе. Леон без даггера. Барак. Пока у меня БКБ. Ну, глиф был, глиф они нажимали сейчас. Алло. Алло, Ктап. Ну чё, мы играем вообще, нет? Да-да, Ктап, ебошим. Блять, я просто не ходит тут очень важно. Блять, что-то это вообще. Это честный герой вообще? Нет. Кто? Абадон с даггером. Абадон с даггером. Абадон с даггером. И с хиксом, слышишь? Угу. Андрей, сам собрал? Сам, да. Своими силами. Это вот примерно как в старых версиях было, когда даггер не сбивался вообще ничем. А, ну. Вот, это вот у Абадона такая еще приколюха. Он просто ульт включает, дерется и даггер аут делает оттуда. Короче, надо сплитпусить. Да, я в топ опять поехал. Блять, я вообще еще могу радик сделать, типа, мне вот особо нехуй сплитпусить. Так, у меня варды в куре есть, интересует кого-то. А гем мы не вернули себе? Нет. Враг вниз идет. Бля, Алёша на базе просто встал. Кто? В смысле? Ты чего? Андрей. А мне БКБ моё принести. Бля, у них в любом тут центре, да, стоят? Как думаете? Может, вардов у них нету вроде. Я все заберу скоро. Да, а на еще один. У меня слота нет на центре. Слота нет на центре? Нет, да я тебе обычно дам. А, ну, кидай меня. Посмотри, я не сломал. А, у них же гем, зачем я ставлю туда? Хорош. Сейчас у них глифа нет. Правильно? Надо на топе будет запрыгнуть, бить Бонику, Энигме запрыгнуть, дать бэкхолу, а я ломаю бараки в миде. Давайте так. Вот прям сейчас. Айда план. Поехали. Гол? Боник ломает уже на топе, гол, конечно. Гол. На мне барябочка. Бейте барябочка. Я ему хекс дал. Я его бью просто. Я вот этих двоих, троих взял. Бэкхол. Вард сломать. Сломал. Андрюшка! На топе сломался барак. Алебарду мне дали, блядь. А Джигерал жив, да? Надо был барак сломать. Снайпер байбэк потратил. Снайпер байбэка нет. Ну и нормально, барак. Нормально. Еще барак упал один. Только как дальше ломать, типа, тяжко будет придумать. Бля, почему? Может мне реально какой-то радик сделать, чтобы, блядь... Т4 будем бить. Даггер летит, джиггернаута. Т4. Хотя я могу абиссал собрать. Не знаю, абиссал и радик, мне кажется, два варианта. Мне надо быстро отпушивать. Сейчас будет момент в игре, когда у них будет по одному герою стоять дефить низ и топ, мы можем нападать пятером на этих героев. Они сейчас миф вроде хотят забрать пойти. Я типа сейчас сделаю дезолятор, а просто буду прыгать, пока драка идет, я буду ломать им здание нахуй. Да, так и надо. Так у них сейчас глиф уже будет. Как Джаггер мужик. На меня кто-то будет на мне? Я рядом. 50 трое. Секунд. Да, нам надо хотя бы Боника, чтобы типа, разваливать вот этих вот чуков. Можем попробовать саппортов, Андрей. Давай. Вот это можешь сосать. Ой, я нравлюсь, что он. Я тпшься. Переехал ли он, гем у него в руках? А есть еще кто? Да, конечно. Гем, кто? Гем беру. Так, по миллиону. Джиггернаут.
был, но он убежал уже. Там варф лежит, который нужно выбрать. Леон после байбека вроде. Да, он после байбека, кажется. Да, вроде тоже. Нет, гади, у него гем. Только снайпер, по-моему. Меня гем. Кому гем? Энигма, хочешь гем? Или я буду с гем? Я уязвим. Я заберу сначала, только варди поставлю. У них на базе. Я очень уязвим. Хотя у меня сейчас гост есть, у меня в основном джиггернаут убивает. Если снайпера убьем, то он, типа, не придет обратно. Бля, какой долгий кулдаун на Frozen Sigil. Джаггер в лотаре. Джаггер в лотаре вот здесь. Мы с гемом стоим. Я могу катиться в него. У меня пока нет с вами. Будьте бдительны. Или мы не катимся, да? Катиться в него это... Один барак упал у них. Ну, великолепно. Я буду тебя сейвить. А, нормально. Ну как мужики играем. Да. Обожаю такие игры. Ну, крыс тоже же есть мужики. Цикрыс. Например, этот как. Мы пристал один медяй, можем. Можно на все место напасть на него. Сейчас у них уже есть, скорее всего, клип. Это так там поаккуратнее надо. А я нормально, смотри. Вообще не чувствую. Да. Вообще не чувствую. Т4 можешь бить, больник. Видишь, я же говорю, она чувствует. Да. У них что-то в центре, что ли, да? Да. Меня видно здесь. Кто умер, походу? Какой его знает, типа. Ну, мы меди-барак, я бью. Не, я живой. Класс. Типа, сейчас еще вернуться могу. Бля, у меня БКБ, правда, КД? Мид-барак, можешь побить на стрейф. Понял. Да, опа, вон! Смотри, Андрюха! Прыгает, тап! Скачет. И все, вот он. Куда шарик у меня? Надо барак, как-то барачик, Лёшка. Все, что я могу. Барак. Понял. Т4 горят у них. Вот здесь где-то гем вывалился из меня. Яйцо выбрал. Байбек есть, если что, да? Я яйцо подобрал, да, байбек должен быть. Хотя не факт. Они тут нету байбека. Развлекаются весьма неплохо. Есть байбек. У Лёхи есть байбек, у меня есть байбек, у Тускара есть байбек. Если они даже сейчас пойдут, а у них барак. А, 30 кп. Они развлекаются, я говорю, весьма неплохо там. За мной пробегали много времени. Барак надо бьём. Но барак он сейчас это, он отрегенится, поэтому не особо приятно. Sweet lemonade. Ну, вообще нам типа сейчас их надо будет на базе походу разваливать. И похоже надо делать байбек, да? Ну, сторону нам нельзя отдавать. Вообще да. Ни при каких. Можешь делать дефит, но просто не сдохни. Хотя, блядь, мы походу и так джаггер отдаем. Когда мы глиф успели потратить? Лола, ни барак не добили. Не-не-не, слышите, аккуратнее. Крипа только захавай сначала. А вот сейчас Леона можно. Его надо. Будет мне щит? Бегу. Щита нету, я далеко стою. Снайпер пришел. Я не могу делать. Что-то, я хуй знает, я думал, Абадон живой, не Тускар. Короче, надо кому-то лететь, мне кажется, наверх с травелов и добивать барак, и хуй знает. У меня не будет травелов, у меня денег нет на травела. Я себе радик возьму откушивать хуйню эту. Ага, там Лёха полетел уже. Так нет. Только не закидывай. Глипа нет. Ну тут тяжело будет не закинуть, но сломать я сломаю. Наверное. Хотя... Нет, даже не сломаю. Но вернулись все герои на базу у них, из плюсов. Я думал, что они идут убивать там, трон. Ну и сейчас кому-то опять надо то же короче, самое делать. Парни, надо. Так надо сломать. Либо в трон бойник убежать. Надо дефить троном сейчас, потому трон что они пойдут на трон. Они их двое всего. Придут больше. Надо идти под хекс убивать Леона.
Ты, брат, ты там сдохнешь просто. Не надо. Иди Леону просто убей. Ты уверен, что я сдохну? Я уверен. Куру убей. Не хочу куру. Вот снайпер приехал. Ты... Блин, короче, тебе надо было иметь трон пойти. Думаешь? У нас будет трон, мы можем их развалить, нет? Не, мы их не можем. Ну не знаю, если дуал закрутят, как про. Я на снайпера прыгаю, бью его. А меня бьет Гернал. БКБ нажал он. Не дайте РПК тронсы сломать. Надо. Я снайпера гоню. Блокхолить надо этих. Дулат, прыгаешь? Да. Мне ебабей разломали. Там бристлбэк очень мощный. Глиф у нас есть? Не тратьте глиф ни в коем случае. Только в конце, окей? Да-да-да. Меку дай нажать там. Идем подберу. Снайпер пытается дефать. Укусил его разок. А ну, парни Эншен, два крипчика пинают. Пинают крипчики Эншен. Моим трон сломали, забей. Бля, у меня... А я бы сбил, кстати, типа. Ой, блять, ребят, хорошо. Степлёк, ты имел в виду, мне Андрей, надо трон, что ли, прям хватит? Мы долго за баребушком бежали. Долго, долго. Но мы, если я, видишь, Радик взял, чтобы там такие ситуации были выгодны. Чтобы, да. Я бы, блядь, на самом деле мог бы этого снайпера убить там. Я что-то это не увидел, что меня там, блядь, бьет. Угу. Плюс 8. Челлендж. Так, челлендж закончился. Оценить Леху. Лех, 5 баллов.